Всем привет, вы на канале Motorsport Gaming. Продолжаем челлендж сделать Себастьяна Феттеля чемпионом. На очереди у нас гран-при Сингапура. И вот сейчас был подан старт. Я стартую на супер софте. Альтернативная стратегия. Супер софта, проходим на ультра. Сразу же влетаю в поворот, да и бомблю. Потом во второй дайв бомб делаю. И мне вообще нормально, мне все равно, просто на них. Что-то было вообще плохо со звуком игры, но это ладно. Чуть не вмазался Филиппы Массу. Чуть не вмазался, ключевое. Я просто ехал, это Сингапур. Сингапур сложная трасса, как по мне. Да, чуть заложен нос, но это ладно, для вас снимаю. Здесь я дайв бомблю на Массу. И еще побил Квята, прошел Квята. Своим дайв-бомбами, блин, наверное, надоел я вам своим дайв-бомбами, ну и то ладно. Я ехал за Аптом, за Кевином Магнусом, я что-то ехал быстрее их на суперсофте, ну хотя это средники, это ничего не решает. Так, кто не знает, у меня еще вылаживается сейчас F1 2012 карьера. Кстати, как вам новая шапка, лучше смотрите ее на ПК. На пока она лучше смотрится, я ее сам делал, я сам пытался что-то сделать, но ничего не получилось, и решил сделать такое что-то само по себе. Что-то получилось, наверное, хрень какая-то, ну это ладно, забейте. Шапка, ну ладно, забейте, сейчас не о шапке, сейчас о гонке в Сингапуре, да, Сингапур, у нас Сингапур. А не обсуждение шапок, обсуждение канала с моего. Это ладно. Здесь я вообще ошибся. Чуть не вмазался в магу. Магнус. Здесь я опять вообще дайв-бомбил на Магнусна. Я дайв-бомбер в Сингапуре вообще отменный. Как Квят, не точно это, ну ладно, забейте. Магнусона я прошел, дальше у меня был на очереди Ники Хилькенберг на своей Реношке. Я во втором секторе вообще подъезжал, но здесь я ошибся и чуть не пропустил Магнусона. Магнусон, да. Если опять Дэйв Бомбер просто отменный в первом повороте, за Дэйв Бомбил Хилькенберга прошел и стал на 10-ю позицию. На третьем круге в Сингапуре это вообще супер. У меня пукан горел не за это, то что я потом опять начал снимать другое что-то, ну ладно, забейте. Дальше у меня был Карлос Сайнс. Да, Сайнс. Как я говорил, с кем раз не будет. Надеюсь. Что ж, мне блокируют видосы. Бом задолбало. Ладно, материться не надо. Это слишком уже чересчур. Что я сделал, матерюсь уже. Ну ладно. Дальше у меня был на очереди Сайнс. Это раз не важно. Ладно. Сайнс, я пытался вообще здесь пройти, Дэйв бомбил, чуть не вообще стену не повернул. Этот Сайнс. Даже стену он не выбил, блин. Сейчас бомбить будет, ну ладно, забить. На улице вообще снег несет, ну ладно. Дальше был на очереди Роман Горожан. Да, если не буду нести какую-то хрень, так которую вообще ролик вам не будет нравиться. Хотя будет вам слышно только, наверное, меня, потому что вообще звука игры даже с Нью-Вегас все не слышу. Да, я так потешил ее супер, что ее вообще не слышно. А не. Короче, дальше был... Так, здесь я использовал систему ДРС, но не мог подъехать к Ромке Горожану. Да. Понимали, сколько Феррари плоха на прямых, да, здесь Дэйв бомбил, прошел. Но Феррари на прямых очень плоха. Ой. Сори. Короче, я увидел, что Макс Ферстаппен ехал за Форс Индией, по-моему.
Я не помню, это либо Эстебан Окон, либо Чека Перес был, это не точно. А, да, это был, по-моему, Чека Перес, наверное, не точно. Короче, здесь я ехал за Максом Ферстаппеном, я просто в упор, похоже, ехал за ним. А, в третьем секторе я его просто в упор за ним ехал, даже вижу, что у меня... Ладно. Увидел, что это был Эстебан Окон. Эстебан Окон. Окон тащит Red Bull. Red Bull не может пройти Форс Индию. Сейчас на первом секторе я проходил Макса. Дальше был на очереди Эстебан. Эстебан Окон, который возвращается в Формулу 1 в 2020 году. Короче, забейте. Я уже буду нести херню, как я сказал. А, да, здесь я вообще резал. Дальше я использую систему ДРС со слипстримом. Пытался, но он чуть так отъезжал, чуть-чуть я к нему подъезжал. Мы, похоже, были наравне, и я просто с ранним поздним торможением задейвбомбил Эстебана Окона. Дальше у меня был Дэн, на очереди Дэн Рикьярдо, на такой же Редбуле, как и Макс Ферстаппен. Дальше я уже видел, как эти два пилота борются. Это был Вальтери Боттас и Дэн Рикьярдо. Дэн прошел Боттас, я сразу этим воспользовался и сделал ДРС от Боттаса или Дэн, не знаю. И дальше я просто ехал опять за Дэном, уже на четвертой позиции. У нас была бы борьба уже за подиум. Я вообще на торможение к ним подъезжал. Да, подъезжал на торможение. Я на прошлом круге в третьем секторе уже их видел. Я уже к ним в третьем секторе где-то подъезжал уже. Дэн потихоньку даже уже уезжал, но не на ультра, а я на супер. Да, я на супер софте, а не на ультра. Так что тут у них есть... И тут опять Льюис творит какую-то херню. Он опять заезжает в боксы. На четвертом, пятом круге не помню. Но он заехал в боксы, значит у него будет два пита. И на этом круге уже заезжал мой напарник Кими Райкнин. Даже Дэн поехал на этом же круге. Значит, я смогу сейчас улучшить свой темп. Был Макс еще не заехал, и Эстебан тоже не заехал в боксы пока что. Ну это пока что, что они могут сейчас потом на этом круге, по-моему, заезжали уже в бокс на пит-стоп. Да. Игру не слышно, а меня вообще будет слышно как... Боже. Ладно, забейте. А, шутка не вышла. Заезжал я в боксы. На такой стратегии, похоже, был Даниил Квят. А третий у нас ехал Льюис Хэмптон. И, как я и говорил, он будет, наверное, на двух питах. Да. Там кто-то сходит. Я не заметил, кто сходит. А, Фёдор Иванович был четвертым. Он не обходит. Ван Дорн сейчас обойдет меня. Да. И я выезжаю позади Переса. Да. Но бок о бок с Дэном. Который Рикьярдо. Я с ним поборолся чуть-чуть и прошел его. Потом использовал ДРС от Чека Переса, по-моему. Я не знал, от кого я брал ДРС. А, напоминаю, я борюсь за чемпионский титул с Кими Райканином, Льюисом там, и Вальтери Боттасом. Ну, это такие три человека. Я сейчас задаю бомбил Чека Переса, дальше я просто гнался за Ван Дорном, хотя у него должен быть пит-стоп, потому что у него суперсофт, а у него питов не было, поэтому он на такой высокой позиции, как Фёдор Иванович Алонсо. Задаю бомбить я решил его вот здесь, поздним торможением, но мы здесь выехали бок о бок, но он все равно вышел вперед. Брал слипстрим от него, опять поздним торможением сейчас пытался пройти его и прошел. Дальше я ехал за своим напарником Кими Райканином. Приезжал в бокс Фёдор Иванович, так же как и
Данил Квят. Я вышел на вторую строчку. Третий был Чека Перес. Я ехал за своим напарником. Я был его быстрее, потому что я на ультра софте, а он на супер. Да. Если я на супер софте был быстрее их, так что я на ультре буду гнать быстрее, чем они сейчас намного. Так что... Хорошая тактика. Исходит у нас на этом круге Льюис Хэмилтон. Льюиса вообще бывает из чемпионской борьбы похож на... намного, да. Он выходит из борьбы. У нас борьба, наверное, будет среди напарников Себастьян Феттель против Кими Райконена, да. Не знаю, сможет ли Кими меня победить, но да ладно. Что я говорю? Я знаю все. Что я уже все про... Да, мне еще ехать в США, Мексику, Бразилию и Абу-Даби, ну это ладно. Можно будет сделать это все быстрее. Я хочу закончить этот чемпионат на эту же неделе. Короче, я такое хочу сказать. Японии и Малайзии не будет. Потому что я очищал компьютер, и мне все удалилось. Да. Я... это видео было еще давно записано, но удалил я случайно Японию и Малайзию. Так что будем ехать со Сузуку. Ну, так, расскажу про Малайзию и Японию так чуть. Я ехал на 4-м месте, потом случился прокол у Кими. И там у меня случился прокол у меня самого. Я помешал Максу помешать Хауку забрать свой первый подиум в карьере, победили Мерседесы. Что еще сказать? Хаук на первом подиуме. В Малайзии был дождь, дождливая погодка. Я на. Когда, ну, там в последних кругах я прошел Чека Переса, там за подиум боролись с ним. Короче, я решил перейти на слики, так рискнуть. Но это случилось, да, ну, это я, риск был неоправдан, я просто сошел с... Риск был неоправдан, я разбился, потому что я в дождь на сликах очень плохо еду. Да. И я просто разбился там в первом секторе, где Шарль Клер вылетал в 2016 году в Японии. Да. Да. Все. Следующий ролик по челленджу будет в США. Да, в США. Так что я решил сделать ролики каждый день. Ролики будут вылаживаться по два, потому что первый будет это сделано Себастьяном Феттель чемпионом, а другая это... Да, ставлю уже быстрейший круг в гонке, догнал Кими Райконена. И здесь я просто затаив... Да, задайбомбил Кими Райконена, да, прошел его и дальше просто ехал до конца гонки, потому что меня Кими вообще не тревожил до конца гонки. И вот конец нашего гран-при Сингапура. Я побеждаю, а Кими Райконен приезжает вторым. Третий у нас Чека Перес на Форс Индии. Да, замечательный дубль для Феррари на этом этапе. Сейчас будет церемония, типа награждение виртуально, конечно, но это ладно. Что еще сказать? Да, теперь церемония просто, типа, все радуются. Показывают Ромку, ой, Кевина Магнуссена, приехавший на 10-м месте. Да, говорил, Чека Перес завоевал подиум в Сингапуре. Ему нормально. Ну, все нормально вообще. Феррари тащит в Сингапуре. Шампанского сейчас льем.
Что еще сказать? Ну, сейчас будет, сейчас, как всегда, будут результаты гонки. Люська сошел. Да, Люся сошел у нас. Люська. Так. Вот все результаты, кто хочет, ставьте на паузу, смотрите. У нас сошел два Эстебана Окона и Льюис Хэмилтон. Турнирная таблица, кубок конструктора. И да, сейчас будет директор гонки. Аварий, ну там мало. И на этом у меня сегодня все. Всем удачи, всем пока-пока. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Ferrari extend their lead at the top of the championship. Meanwhile, Toro Rosso's strong weekend allows them to continue their...